Интересно, потому что само место здесь такое богом помазанное. На самом деле здесь детишки отдыхали все советское время. Здесь действительно классно. Здесь хорошие места, всем это известно. Прекрасная речка и река. И недавно как раз вспоминали, что надо бы ее в ближайшее время почистить. И будет хороший как раз повод для этого. Вот. Но кроме места, здесь есть человек, который им занялся. И это действительно, ну, его изменило. И